Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN, и в сегодняшнем коротком видосике мы откроем с вами контейнеры Экспо. Перед тем, как мы это сделаем, ребята, я хочу сказать спасибо спонсорам данного видео. Спонсоры данного видео 15 600 человек, которые подписались на мой канал и вдохновляют меня на создание все нового и нового контента. Огромное вам, ребят, спасибо. Спасибо, что смотрите. Ну а те, кто не подписаны, ребят, знайте, ваши подписки очень важны для канала и для его развития, поэтому подписывайтесь прямо сейчас, нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропустить новые видео на канале. Я стараюсь специально для вас. Кроме того, ребят, напоминаю, что данное видео, как вы видели по превьюшке, несет в себе следующую цифру. Это номер видео по порядку из того десятка видео, которые участвуют в розыгрыше танка. Хотите поучаствовать, переходите по вот этой ссылочке, ознакомьтесь с условиями, думаю, вы все поймете. Оставляйте комментарии, не хотите писать долгие комментарии, копируйте пример комментария из описания к данному видосу и участвуйте в розыгрыше на премиумную машинку. Розыгрыш проводится среди подписчиков канала. Спасибо большое за то, что подписались, и за то, что участвуете в моих веселухах, которые я пытаюсь создать специально для вас. Ну а теперь открываем контейнер. Перед тем, как это сделаем, хочу вам заранее, забегая наперед, сказать разработчикам спасибо за то, что здесь ничего нет, кроме танков, потому что своим везением здесь не хватало мне только бустеров нахвататься. Плюс к тому, ребят, хотелось бы обозначить, кого бы я себе из всей этой братьи хотел. Безусловно, в первую очередь, моя мечта — это объект 268/4. Безумно хочу данную тачку. Очень хочу себе объекта 752, он есть сейчас на продаже, но пока я в раздумьях, покупать ли себе на основу, потому что на твинг я уже купил за 17,5 голды в составе набора с уникальным внешним видом, а на втором твинке у меня уже был этот аппарат. Теперь думаю, брать ли его себе еще и на основу. И плюс к тому, ребят, очень сильно хочется уничтожителя. Ну, все-таки сами понимаете, машина классная, уникальная, веселая и интересная. Но, ребят, самое гнусное в этой истории то, что на обе машины процент выпадения самый низкий. 1,47 что на одну машину, что 1,47 на вторую машину. Причем, что самое интересное, что на третью машину, на объекта, тоже 1,47. Вот такая вот, ребята, вот ситуевина. Ну что, так или иначе, рад тому, что в любом случае ничего, кроме машин, отсюда выпасть не может. И что самое главное, что если даже выпадет какое-то повторение, то я получу голду, за которую в любом случае потом куплю себе какую-то годную машину. Пускай даже доложу, но в любом случае это гораздо лучше, чем прям с нуля нам что-нибудь собирать. Ну что, открываем первое. Держу пальцы крестиком прям вообще везде. На руках, на ногах, ребят, пожелайте мне, пожалуйста, удачи. Спасибо большое, что пожелали. Ну что, открываем первый конт. Из первого конта мы с вами получаем СУ-130ПМ. Блин, ну классно, вопросов нет, халява есть халява, получаю компенсацию, потому что СУ-130ПМ у меня есть, и сейчас выпадет второе повторение, будет, конечно, не очень приятно, но в любом случае уже радостно, потому что голду свою я получил. Не помню, сколько там по компенсации, потом уже посмотрим, насколько голдишки мы поднялись. Очень хочу объекта, дайте объекта, пожалуйста. Нет, объекта не дали, но, ребят, мне дали G-Sora 1008. Крутая ПТ-ха, просто обалденная. Хотите увидеть на нее обзор, переходите по вот этой вот ссылочке. Посмотрите, тачка действительно того стоит. Действительно балдежный аппарат, мне очень сильно нравится. И плюс к тому, ребят, что самое классное, что данная машина есть у меня на твинке, и я хотел себе ее на основной аккаунт. Короче говоря, что мы поднимаем? Мы поднимаем абсолютно на халяву G-Sora, и мы поднимаем 5 косарей голды. По-моему, очень круто, и я безмерно доволен. Я же со своей стороны, ребят, желаю вам, чтобы вы какие контейнеры не открывали, будь то контейнер Экспо или будь то что-нибудь другое, доставали оттуда всегда премиумные машины. Ну а еще лучше, если вы, ребят, будете доставать оттуда те машины, которые вы себе хотели. Я вот G-Sora себе очень сильно хотел. Безумно хотел, не так, чтобы уж прям лицо трусилось, но все-таки какая-никакая, а халява приятная, чего и вам желаю. Спасибо вам большое за просмотр. Мира вам, друзья мои, и спокойствия. Пока-пока.